значение имени Усуда. Эти энергичные люди не позволяют себе предаваться мечтаниям, воспринимая только очевидное и реальное, доверяя прежде всего себе и своему здравому смыслу. Значение буквы «Д» говорит не только о склонности к размышлению, всестороннему обдумыванию как философских, так и житейских проблем, готовности помочь, но и об упрямстве, гордости и независимости, а вследствие этого склонность к ошибкам, не всегда правильной оценке своих сил и возможностей. Буквенное значение имени во главе с буквой «А» означает силу духа и стремление к успеху во всех сферах жизни. Эти люди всегда создают вокруг себя строгую и несколько чопорную атмосферу, которая может оказаться невыносимой для более непосредственных и привыкших к более свободному обращению людей. Буква «С» в этом имени означает здравый смысл. Если владелец этого имени совершит дерзкий поступок, не думая о последствиях, то часто его ждет наказание. Если на предприятии раздали под участки землю, первым обнесет колышками свой газон тот, в чьем имени есть звук «Д». Правда, сначала обнесет, а лишь потом задумается, в состоянии ли он эту землю обработать. Владельцы этого имени будут проявлять во всем инициативу и не любят рутину. Гласная буква «У» вносит в характер хитрость, а именно умение тщательно скрывать истинную цель своих намерений, способности политика. Может быть и великодушным сопереживающим человеком, филантропом, стремящимся подняться на высший духовный уровень. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. В личных отношениях они зачастую излишне сентиментальны и склонны к долгим поискам своей судьбы. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.